фермер из Комсомольского района развивает семейное животноводческое хозяйство. С помощью государственных субсидий в размере 10 миллионов рублей Асхат Хайрдинов построил коровник. Как идут дела у предпринимателя, расскажет Рифат Фаткулин. Коровник виден издалека. Большой, с пластиковыми окнами и солидной крышей. Внутри он впечатляет не меньше. Просторный, рассчитан на 300 голов. Но заполнен пока не полностью. Фермер считает свое стадо уникальным. Животные неприхотливы в еде, быстро набирают вес и являются отличными производителями. На данный момент 73 головы. Вот сейчас я еще вот в Марийскую республику съездил там. Вот сейчас разрешение дадут завести 70 голов. Мы будем завозить. До Нового года должны завести 300 голов. Берем молодняк в основном, откармливаем и продаем, реализуем. Со сбытом проблем нет. Вырастить корову или быка не так сложно, говорит хозяин. Корми, пои, ухаживай и получай здоровый приплод. Столько рулонов сена на зимовку коровам точно хватит. Хозяин купил зернодробилку и теперь самостоятельно производит комбикорма для скота. У меня тут дети помогают, жена тоже помогает. Теплую воду даем, вот. Тут пятитонная емкость, каждый день греем. Семейную бизнес-идею было бы сложно реализовать без поддержки государства. Грант в 10 миллионов рублей – хорошее подспорье. По условиям программы финансируется 60% стоимости всего проекта. На ферме есть уже и помощники со стороны. На перспективу можно вести речь и об увеличении рабочих мест. Асхат Хайрдинов уверен, если любить свою землю, можно и в селе многого достичь. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.